Там только отвеси остался. Сколько у нас хилов там? Вот, ну, ретрики два. раз. Пока два, наверное. И не туда, шопы. Два хила получается. Давай ультраплист в третьего хила. Нёла побольше дает. 12 тысяч ты 8 даешь. Я помню, у тебя хуевое ШП. Так что лучше похили. Ну, не знаю, три тела, мало целей, в принципе, должны захилить. Посмотрим. Ну, главное, сердце. Я могу в холика спекнуться. Надо. Но спекайся в холика, будет холик да, для цели. Да не надо. Будьте на ДСшниках так лучше. Окей. Просто пока до щитки найти и все. Хорошо. Исповедь в метку в черную. Так, ну надо рыбой зарядиться, да? Так, где у меня там рыба? Сука, нет рыбы. Надо ГБ поставить. Это у меня забагалось ГБ. Дайте кто-то гельбанк. Так, вот рыба. Заебал он там тупотеть. Ну если сердце не успеем, я не знаю, надо что делать. На сердце герос дайте, да и все. Да, на сердце надо будет герос дать. Ну а там вроде просто. Если прохилят хилы, то нормально. Да, я думаю, и без гера успеем. Сейчас посмотрим. Что, ловим, да? Ляночки нету, что? Она дверь открывает. Раз, два, три, четыре, пять. То есть 7 человек не подтвердило. Отойдите назад. Нет, там все готовы написано. Это я ассистов забрал. Ну все, сейчас сюда будет подходить. Давайте даю отчет. Чтоб он не бежал долго до нас. Все бурсты сейчас не отдавайте, оставьте их на сердце. Сейчас без крыльев, без всего. Надеюсь, не отдали. На 75 сердце. Даже призван выносить. Даже припот ебанул на сердце, блин. Даже масло, банку выпил. Масло забыл, сука. ДПС. Что-то не успеваем, блять, надо разгоняться. Ярю как могу. Нормально. Успеваем. Нормально. Ну, теперь самое сложное. Надо, чтоб никто не сдох. Ну и флешками буду подхиливать, там кто бросил, хуй знает. Эх, ломоботы похуй. Больше не появится, страшно. С белой далеко не выходи. Не убегай далеко, куда ты побежал? Галаран, что ли? Ближе сюда к миликам подходи, чтобы эта искра ебаная не там стояла, а мы ее могли бить сразу. Метров 10 от миликов. Не 30 километров от рейда, а метров 10. Вот искра, она должна быть убита. Вот, смотри, какой дамаг по рейду. На флешках подхиливаю просто. Так, искру под ногу можно уносить, нет? Нужно. Нужно. И нужно заливать ее. Дамага и так хватает тут по нам. Ну, с танка выйдет нормально. Ну, заливаю. А на танка аж бомбу черную не кидает? Нет. По-моему, может кинуть. Не-не-не, не кидай. На циркуле кидала. Тогда 8, под мелизону зайди. Ближе сюда, куда ты вынес крест? Боссу лучше подноси. Ай, блядь, диси нету нахуй. Белую. К ноге. К ноге. Черный холидринг, как дела? Минус рейд.
Охуеть. Блять. Хорошо, что у нас хп больше, да? Ну, 2-8 минус. Не захилили. Рез его, друид. Бомба гравитационная на призыне. 3, 2, 1. Засасывает. Век. Не, призван сюда в мид. Да к танку не надо. Ты просто бей, я сам заберу. Кто там ебать? О, у него угарная озвучка. Одна секунда оставалась. Прям выбросла, боешка на блоке. Угу. Раньше духа я стоила. Помню, за этой дробяшкой охотился на танка. Сука, не падала, наверное, 4 кд или 5, но. Никому не продаваться. Ну, попадайся по разным порталам, посмотри, что там, ну, так чисто. Вестибюль. Кому БЕшку надо? Ой, блядь, Сорталис вот этот. Дробяшка? Трансмог, может. Не. Я на самом деле. Прикольный. Выпа. Спасибо, спасибо. Извечная тьма десятка, нормально, да? Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сколько мы убили-то, я не знаю. Четверок. За двух ты давал. За двух еще нет. Да, я зелень пособираю. Там на полу руна, с нее надо выходить. Вчера, Леха, слышишь, плохий челлендж предложил. В 25 хм вальку угорел. Если 150к кпс будет в секунду, говорит, тогда чаришь мне танка бесплатно. Короче, он, блядь, пока пиздели, он забыл Т-10 одеть, нахуй. Ну тогда сколько он? 103 было у него. Собрание. Ну конечно. А вот этих ебанем. Не сорвите только вам офицера. Ремонтников поверьте. Он череп поставил. Блять, хилится. Тут же надо деспалить, да? Что? Ну там, не знаю, деспал какой-то вылетал в хилботе. Что могу брать что-то.
если бундира последним это шабычка, типа. Угу. Йова. Для чего бы сделать? Да это от чего нахуй нужно? Так, для галочки. Может, не от чего, дрочеры. Ну да. Был бы тут циркуль, мы бы делали от чего. Тейнту на циркуле тоже ни нахуй никому не уперлись. Это уже просто делать нехуй было. Второй танк. То второй танк. Не знаю. А он хамазек, пусть пикнет. Тогда давай я троих потанчу чё. Да, пускай гамасек лучше. Ну, насчет троих хуй знает. В принципе, не должно шотнуть. Так-то. Думал, они. Так-то можно. Ну попробуй. Ну. А, он спекнулся. Уже спекнулся. Ну пусть он держит буревестник. Одного, вот да, я двоих буду. Угу. Там ДПСа мало, скорее всего, если будет буревестник кастовать, надо будет от него отбежать на 30 метров. Маленький, средний, большой. Угу. Поехали или что? Призана нету. А-а-а. Ладно, похуй, поехали. Вдруг убьем. Разведи их немножко тоже. Все можно. Все, все нормально. Выведи синий. Все равно выведи. Да, синий, да, он не шотнет все равно. Пускай. Мелики бьют. Готовьтесь, там скоро будет это. АОЕшка от брундира, надо будет от него отбежать. Нам на 30 метров она бьет, так что смотрите, готовьтесь. Скоро будет кастовать. Так, вторая руна. Сейчас, наверное, уже скоро будет кастовать. Блять, верни поближе. Ближе, да. Велики не достают. О, нормально. Ну, видать, не успеем закастовать. А вот это перегрузка. А похуй, на мужика добили. Все, теперь синий. Забирай. Синего забирай, этого череп. Короче, сначала он синюю. Ну, скоро будет синюю кастовать, и после нее сразу зеленую. Все, пошли, уже от боссов отбегаем. Под боссами будет синяя, под одним из боссов. Отбегите, милики. Сейчас положит синюю, на рейнже стоим. Вот теперь зеленую, сейчас кастанет. Все, выходим. Подводи к синей. Среднего, большого выводи. Ну ближе миликом, чтобы бить можно было. Все. Он скоро опять зеленую ебанет. Все, заново на рейндж разбегаемся. Скоро зеленая будет. Так, синяя. Отбеги. Все, нормально, на краю оставь. Добиваем. Короче, я буду таунтить и не знаю, когда умрет, я стаунчу. Короче, ты не спеши забирать, чтобы он на меня баф повешал. Так, давай вешай. Поспешил ты, поспешил, поспешил, не повешал на меня дебаф он еще. Ну ты у меня умрешь через минуту, уже меньше. Давайте. Надо будет, чтобы он с тебя забрал, ты отошел в стороночке, сдох. Сколько там секунд на тебя, смотри. 12, 11. Забирай гомосек и отходи от Лингера отсюда. А то вокруг всех убьешь.
Скорее всего, вайп, на. Алана, Бойер, Клинтон. Сколько там секунд на нем? Леха, давай, забирай. Да, да, сезон сдохнет уже. Просто захиливается еще. Ну сейчас, если не убиваем 3 ляма за минуту, то все, пизда. Опа. Берс, что ли? Нет. Диспелить надо сразу. Как только кастуют, сразу спамить на себя диспел. Да, я вроде диспельнул. Захуярил. Да, отлично, он, да, мне нравится. Сразу пропадает желание волнир собирать. Да. До воскресенья просто не поведу герой, все. Не хочу, блядь. Никто не заходит в игру. Ничем не заманить, короче, народ, да? Прикидываются, давай. Прикидываются, как будто они заняты в это время. Напиши, будет ГП. А, кто тебе пришел ГП, да? Ну да, а чё? Даже видно, кто где сидит. А где они сидят? Ну, в Дискорде видно, ну, один там, другой там. Я не смотрю. Ну да, точно. А, подожди, кто это в этом, в игре мало людей еще. Блин. Ну, правда, можно в дискордике так написать. Можно зашевеляться. То не сгидлили в нуду и все. Можно написать, что бесплатные плюшки от Войда. Только не говорить, какие. Ты потом люлей всем дашь. Да, они уйдут. Уйдут в гильдию, где проносится джайна и все. Вот тебе решение. Все, призана не было и его геры. А, ну да, кстати. Ты сейчас, когда Малгейм умрет, не спеши ты унтить. Дождись, пока он дебаф повешает. И только потом уже обратно заберешь. А там же, по идее, и второй так можно словить. Ну, ДДшнику ты имеешь в виду, словить второй, да, и пойти умереть потом. Ну да. Там просто скажет. Лучше это делать танку. Нет, смотри, просто Войд скажет, когда у него там заканчиваться будет эта хуйня. И на рейндж ДДшнику выйти какому-то. Ну ты. Идти. Ну ты выйдешь. Ну типа, да, пока я буду под бафом убьем, скорее всего. Ну, давай Катрисе ГП в хуярим. Проведем. А, сегодня акция ГП на усмотрение Орела, да? Да-да-да. Ты масло намазал на пузо? Да не, в пустоты он. Дайте ГБ, кто-то у меня это забагалось ГБ. Надо взять масло. Он на Молчезара сейчас сходит и придет, сказал Катрисе. Он Клака, Канцелятор. Я ему написал. Даларан, Мэтт Фокс. Фокс, наверное, только сейчас зашел. Ну, Мэтт Фокс и Канцелятор только сейчас зашли, их не было. Ну вот Катрисе был. Вот Фокс гробницы маны, я понял.
Понятно, короче. Фармят полирольки. Ну чё? Погнали тогда, хули. Да, все так же. Два восемь почему-то не принимает готовность. Вы пуляете уже. Пиздец. Подводи мелкого и этих выводи. Гомосек, прием. Ты будешь воровать? Вау. Да, первый сворую. Сейчас также будет скоро синяя и потом сразу зеленая. Когда синяя, разбегаемся для того, чтобы лужа, которая появилась под боссом, она осталась, и в нее не надо забегать сначала, надо просто дать зеленую, потому что если зеленая будет синяя, мы не сможем встать и под увеличенным броном бить. Вот разбежались. Там... Вышли оттуда, а то зеленый там появится. Ну вот. Я про это и говорил. Ну типа, ну не хотите слушать, не надо. Давайте как давно играть. Отойди пока... чуть дальше. Пока объяснишь, блядь. Все уже по пизде пойдет. Сейчас то же самое будет. Все, разбегаемся. Сейчас будет зеленая. Иногда вон зеленая. Все, пошли к ней. Захиливайтесь, что вы? Так, я отойду подальше, готовлю стонтить этого большого. Сейчас сдохнет уже. Да. Все, забирай. Угу. Все, давай Геру. Так. Там БР 3 минуты. Этот, я себе сальву сейчас дам. Ой. Потом через 10 секунд дашь еще сальву по мне. Дал. Ой, бля, я через 10 секунд сдохну нахуй. 5. Все, я отбегаю. Бля, я к челике тут стоят, нахуй. Сейчас убью кого-то. Ебать. Меня. Все, отхилил. Ну конечно, он за каждого мертвого отхиливается. Ну вот, это был гайд, как босс отхиливается. Давайте еще. Да, вы же не знали этого, просто нельзя же вас из этого обзывать, вы же не знали. Так что теперь мы узнали. Это был гайд на Ульдуар. Давайте заново. А диван дайте по кому-нибудь. Я ешь. Дал под руки. Пробуй. Может не согреться. Что там, очкует уже заходить, да? Ну. Очкует, пиздец. Ты не пиши лучше так. О! Превратили обратно в огра этого типа.
Какого? Ну вот этот починильщик, нахуй. Сейчас смотри, нахуй. Фулл-рейд будет. Угу. Сейчас смотри, в гильдии было 188 человек, стало 100. Ладно. 168. Бля, я могу этих двух резнуть? Не сагрится же? Попробуем сейчас. Так вот, вторая кость. Ради Волонира челиком в ПМ пишешь. Почти на коленях стоим. На коленях Вайда поставили. Это грустно. Зато ШМ, ВХ, когда собирают, более-менее ходят, потому что... Ну, того, блядь, я не пойду резать. Ну, там актуал, потому что... А у меня нет, если что, ДД-спека, ребят. У кого? Хольдится. Да, мы Аллу. Ничего страшного, спекнем сейчас. У кого там спеки есть, спекайтесь. Ультраприст у него есть. Ну вот. У Ниолы тоже есть. По-моему. Ну вот ультраприст пусть спекается. Три приста и друид похилит. Ну вон, видишь, как надо, блин, загонять нахуй их. Смак сам встает, не дотянемся. Ого, Матфок клюнул с этого СРБК. Я ему... Блядь, испугался. Я не говорил ливать, не знаю. Я ему сказал ливать. А, серьезно? Угу. Вот так бы сразу про ГП написали, слушай. Да, только, блядь... Видишь, надо вот как стимулировать людей. Я когда про ГП увидел, мне сразу не захотелось идти, подумал. Отойду на минуту. Это сторона того, что людям... Ну, вообще не будет, типа, хотеться идти, и они начнут ливать. Но такое может произойти. Джада 8 зайдет, нет? Челики вишни не хотят снять. Он в Диссе, он... С работы только пришел, вот я, например. Я вообще даже проснулся пораньше, блядь, чем обычно, чтобы зайти в Диссе. Ну, я тоже с работы пришел сразу, даже кушал за компом. Чтобы челикам нашим помочь. Надо всем помогать. Видишь, все целкангер хотят, особенно в четверг хотят, чтобы его целкангер прийти, пронести. Чтобы потом чилить всю неделю. А потом всю неделю чилить, да. Ну типа, а остальные как одеваться будет похуй. Я и говорю, надо отдельную гильдию создавать, где водить вот эти рейды. 45-й гэмоп, нахуй. Можно не создавать, а можно найти кого-нибудь, ну, типа слабенькую гею и типа объединиться. За их счет его нельзя собирать, что? Ну да. Но зато им, грубо говоря, помочь им с 25-й. Ну, помочь, если что, ходить. Так, сейчас еще одного загоним, нахуй. Люди вряд ли будут объединяться. Ну просто вот мы в прошлой гильдии были, как она, тамплиеры, да? А, орден тамплиеров. Вот, она распалась. Почему? Потому что у нас не было народа, во-первых. Ну, нормального. Видишь, и... как... Чё ты? А, ты про народ? Ну да. И из-за этого, ну, блядь, кто-то там не пришел, кто-то там еще что-то. У нас постоянно нехватка была народу, но добирали, они ливали так же. И, ну, гильда просто распалась. А потом еще... Че, зачем мы ДЦшников кинули в четвертую пати ультраприста? Он спекнулся. В итоге сидели, короче, до последнего, да, Леха? Еще, ну, в итоге крайними остались, нахуй. Типа, что ливнули вообще. Ну, да. Мы ливнули, и больше там никого и не было. А самое обидное было, знаешь, в чем? Что рейд-лидер, блядь, ставил РТ и тупо не приходил. А, ну мы, да. Мы его собирали, РТ нахуй, водили, блядь. Он недели две тупо вот так ставил, не приходил нахуй. ГМ, что ли? Нет, ну всякие там РТшки, понял. Там целкахи и прочее. Ну мы его как, приодели? А, не одели. ГМа приодели, да, он хуец подзабил, блядь. Мы людей стимулировали там на РТ, всякая хуйня. И, блядь, он ставит РТ и тупо не приходит.
Мы ему это высказали, ебать. Ну, может, у него хуёво что-то в жизни. Разное бывает. Терпели это, ну, месяца три такую хуйню, потом ну, тупо ушли, блядь, статик. И он в итоге нас обвинил, что из-за нас гильда распал. Сейчас, короче, от боссов надо будет отбежать. Все, отбегаем, сейчас синяя будет. Потом, когда зеленая появится, в синюю упадем. Она или под тем будет боссом. Вот смотрим. Под вашим. Все, теперь в синюю забегаем. Дамажим. Я также стоунчу там, спизжу баф. Угу. Надо будет, сука, только отбегать куда-то, чтобы люди там не стояли. А я еще вышел, думаю, словлю второй стак, тут войд, блядь, рядом. А ты 10 секунд есть, сразу отбегай, ты же замедленный еще, а я могу в другую сторону пойти. Все, забирай. Геро. 30 секунд всего на мне. Так, на себя даю солю. Крылья КД, блядь. Аж когда? Давай уже. Я просто отвожу дальше, а ты в ту сторону иди. Так, 9, 8, еще пару ударов. 5, 4, все, пошел отбегать. Так. Так, Леха, забирай! А, испугался? Че, получил? Да. Ну все, там добили. А чё, если я тебе дам этот диван? Так, все съебитесь от меня, нахуй. Дайте диван дам. Ну, попробуй. Не помогло, да? Не, нихуя. Не подходите, не подходите. Сука, это тоже баганая хуйня такая, типа. Mm. Ну, она не баганая, как бы. Ну, по идее, диван дает полный иммунитет, нахуй, всякой хуйни. Кому надо этот осколок? Спасибо. Какой сквот? Да, квест. Диск. А что он дает? Давай мне диск. Он дает, там что-то ключик, да, он дает? Да, да, да. Делаешь квест, он дает ключик по, ну, для того, чтобы по это, попасть к этому Алгалон, да? Угу. Я уже забыл нахуй все. Так, ну вы там начинайте, я пошел квестик запущу. Нифига, там давай. 8 быстрый. 5 сек бил. Че, уже пришел? Ты посох паролишь. Да, а может у него горшок, блядь. Утка там стоит, да. Утка стоит рядом. Не, у него банка такая специально. Быстренько делает все дела. Кому там посох Адальте надо? Угу. Ну сейчас квестик сделаю. Okay. Тут же квест принял, эту хуйню слушать не надо, Слава? Ну, чтобы другие 4 квеста взять. Да, ты спекайся здесь в одного танка. На печати. Тут один сдаешь и потом следующий берешь. Нет, там 4 квеста берешь на печати. Там пиздеть они будут долго. Но тут вот вход в священный планетарий найден. Да, вход в планетарий сначала найти, потом прийти, попиздеть, и потом только 4 квеста мы на печать. Пошлите тогда в сторону планетария. Там надо мобы ебануть. Квест сразу сдал. В левую сторону, да? Угу. Ну да, к Алгалону туда. Если можно, шкаф. Ты добежишь, пока моб объем. Подожди, а там разве моб есть? Угу. Есть, да. Там ходит большой. О, мы же его убили вроде. А, вон стоит. Тебе этот посох. Стоит. Посох, да, Даль? Угу. Ну, надо к воротам подойти, чтобы засчиталось. Сейчас он на лицо прыгает больно.
пятой точкой. Да. Хуя он блинкуется. Ну так я же говорю. Ну, самого дальнего. На самое слабое звено, да? Не пускают, сука. Что делаем? Спасибо. Эй, пошел я сдавать. Все, можем идти к этому бичу с руками. Кстати, у кого здесь из присутствующих в нынешнем рейде есть горка? У тебя, Леха. А, он помазик еще. Ну, поделите пополам там две. Ну, вот, да. Одну, короче, саранитовую руду ты, одну Яна. А что там с ней? Что-то особенное падает? Нет, там чисто, как чистый саранит, короче. Там сразу, блядь, эти, как они, там извечки. Саранита извечки сыпет, блядь, пиздец. Сразу цельные. Я понял. Ну, пока не гуляйте. Штук по 30, кажется. Не, там штук по 5. Все равно приятно. Интересно, ну и... слышишь, а с обычки ключ будет действовать на герой или хуй там? Нет, не будет. С десятки только в десятки, с 25-ки только в 25-ки. Не, я имею в виду, когда они героическую версию выпустят. А, не знаю. Да, без на понятия. Толгороде тоже есть такой, попадается. Это надо на X2 спрашивать у челика. Ой, блядь, Катрисия. Ему кто-то токен не отдал, сейчас он на форум пошел писать. А, серьезно? Я да пиздоболит. Блядь. Это, конечно, в Каражане ему не отдали токен? Ну, походу. Это есть хочешь токен, ну, как правило, сам соберешь, точно заберешь. Да, хочешь токен, собирай сам, да иди. Угу. Да, это не 25-ка, это 10-ка. Да даже ГМ-ку 25-ку, ну, хочешь себе токен и сам собрал, блядь. Что там, у тебя появились 4 куста? Сейчас пиздят они. Они долго пиздят, это пиздец. Потому что они пиздоболы. Ой, мы поехали, короче, на паровозе. Гринч. Потом паровоз поставили. Да. А где он стоит? Еще подсолнух ебаните, блять. Вот счастлив будет. Бля, мне голосовать так лень. Да мне в льде, блять, хоть подсолнух. Я лучше не буду говорить, блять. Вот именно поэтому в льде пахнет членами, блять. Потому что тут начинается, блядь. Да беги, добежишь. Ну в целка, значит, тоже пахнет. Целка нет, там, блядь, пиздятиной пахнет. Что, паровозики там? Пиздятиной, особенно в конце, да? Особенно Синдра, Лич. Джайна. Ну, да, до Джайны дойдем. Там тоже будет вонять прям. Пиздец, я это снимаю. Когда они будут забегать в эти... Как мой большой зеленый орк, блядь. Смотри, рукой машет, как будто паровозик. Блин, что хуй? Ой, блядь. Вурдалак, пиздец, конечно, зубы у тебя. Вурдалак синий, блядь. Я думал, он зеленый. Ну, освободился же этот... Катрисия, нахуй. Посинел, ебать. Безобидно ж, блядь, Толгород, нахуй. Я ему в ПМ написал, ничего не ответил. Это гламурчик. Да, хуёво, конечно. Так, ну чё, все, да, тут? 5 секунду. Надеюсь, тебя не шотнет. А чё меня шотнет? Надеемся. Под счёту плестерка, блядь. Кружок будет брать 3 тела в руку. Надо будет подбить её, чтобы их выкинуло. Если не разбить, они там сдохнут.
задушит рукой просто. Бьем только тело. Ну, охуенно, блядь. Гламурщин сказал, не пойдет, наверное. В смысле? Ну, я ему пишу, пошли на РТ, он не... Блядь, я забыл, что я хэпал. Лучше отходить. Сала, блядь, чё? Руку подбейте. Руку. Чтобы их выкинуло. Душит, старый, душит. Еще не выкинула. Все выкинула, все по туловищу обратно. Ты имеешь в виду то, что у меня брони будет мало? Ну, ревностный прокнет, скажешь, короче. Ну, он на трех стаках 23 бьет. 24. Руку. Ой, блядь, пидорос. Подбейте. Отравите ему руку. Терпимо. Все, дальше туловище. Я еще и в стенку ебанул, блядь, пидор. А, там да, вообще хуевший какой, дядя. Все, можно две руки зергать, и босс умрет. И ту, и другую. Просто руки добивайте, и он умрет сразу. Там по 15% хп отнимается за руку. Только... Всё. Упало вообще прям моментально, но... Ну там 15% хп отнимается. Охуенно, блядь. За каждую руку. Да, блядь, восклонки КД просто. Вот это вот прям топ тренка была, помню. Красивая ткань. Я брал ее себе паладину и бил на всем лица. Там 1700 апа, нахуй. Да. Укажевка есть. Тоже носил ее. Рецепт у меня этот есть. Укажевка у кого есть? Стоит. Да это дешевая хуйня. Хули 26 шмот. Не. Так, вот тут вот я не знаю, что как. О, шалфир. А, ролик как раз смог. Сейчас друид инвалид. Ребята, одновременно надо убить. Он лучше ответил. Да, я одновременно. Во вторую цель свич. Он на РТ не пойдет, он занят. Да не бейте, вообще-то его около 30%. Че он сказал, на РТ не пойдет? Он занят. А. Бывает. Вот это ТТГ бегает, блядь. Занят. Так. Друида инвалида добавлю. В хилай нормально будет. Что тебе надо? Далеко. Грудь. Грудь? Там? Там? Кому-то грудак надо еще? Какого размера? Первого хочу. Я понял. Что такое? А что такое маленький? Хотя бы второй надо. Удобно, практично, не мешает. Ну хотя бы третью. Потому что о, не, спина болеть будет, фу-фу-фу, не. Третий там же вообще пиздец. Вот третий это уже кринж. Второй самое, да. Ну, соглашусь. Нормально. Мы такие собрались. Я ж не сказал пятый. Второй это альтернатива, но тоже такое. Мне нравится поменьше, например. Нет, третий по факту уже грустно. Особенно лет через 10-15 станет ещё там, сука, по сугробам лазит? Ёбаный рот. Извини, пожалуйста. Я прыгнула туда. Новый год вспомнил, рыгнула. Что решили? Прыгнула! Я понял. Рыгнула. Тормозите, блядь, давайте сумманём. Да ща уже перед боссом, может. А из-за чего тут крашило? Ну, я уже не помню. Ну, вот эти подкидывали защитники вверх. Да, обмен. Просто краш всех, блядь, вокруг. Далеко. Кидай, кидай. Спасибо, спасибо. Со гробом не беги. Хорошо. Хорошо, шеф. Мультик вспомнила про колобков. Да, и зелень соберу. Правильно. А, молодец, гамазин. Он специально, я видел. Да-да-да, только он специально. Говорю, дай. Брей, ты дети к мобам все? Нихуя. Еще большого пидора спулили.
Ой-ой. Пидора. Я ему сейчас стан дам, этому пидору. Опять под прэша. Опа, как дела? Пидорок, не докастовал, да? Душники. Пасур гробом, не ходить, сказали же. Будем мы тебя накажем, и ты будешь гомосеком. Я понял. Гомосек такой сидит. Ёбаный в рот. Гомосека, надеюсь, ты не настоящий гомосек, а только прикидываешься. Хальдринг умирает. Где Хальдринг? Почему его не вижу? Ты чё там бегаешь? Солянова решил побить. А я понял, блядь. Кто там в живых останется? Ну, решил змей подошить. Бывает чё. Сука. Ну всё, 4 слота осталось добить. А кого мы сейчас убили? Лагарна? Я давал за 2 ИП? Шкаф поставьте. Ну, не помню уже. Нет, помню. Сумоните тех, кого надо сумонить. Руда и лутера взяли себе. Сейчас. Ты что, над команд что ли? Зелень собираешь. Крушить потом буду. Денег на сигареты нету, да? Да. Будет себе махорку делать. Лёха-то в курсе. Парит. А я ж не курю. Парец. Надо этого пидора в хэмке убить. А что надо сделать? Просто зергануть. Ага, понял. У нас как раз рейд зерговичи. Ну уже за... Так, шалфира надо суммануть. Я суммануть. Он уже тут. Сначала глыбы надо разбить, и только потом уже босса бить. 5, 4, 3, 2, 1. Здесь двигаться надо, не забывайте. И вот с кружков с маленьких выходить. И постоянно прыгать или бегать. Как на собаке с синей меткой, короче. Раньше бы наоборот рассказали. Тут надо как в льде ходить. Эгеру хуярить. Грозовую тучу. Да ты куда убегаешь? Надо в рейд, блядь, наоборот ее нести. Ты что делаешь? Где ты там, Слава, давай? В рейд. Это не на мне было. А Геру что не дали? Хуй знает. Вот, блядь. Я понял. Что? Это рядом с кругами большими. На мужика, на мужика. Когда били. Ну чё, момент истины. Где мой осколок? Я понял. Поэтому Ляночка накрутила. А чё, не успели, да, его захуярить на Геру? Почему? Вот он, сундук героический. Давайте яростно ролить. 39-я эпоха, ну, героическая. О, печать Хадира. Токены мусорные. Один эст. А, Войт, так мы это тебе, что ли, собираем в первом рейде? Да, войду. Да. Вот почему народу нету. Ну, на прошлом КД было, блядь, нормально. Так, где баба? А, баба идет, короче. Так, давайте ее убьем. Трансмок. Ну, вы лучше не спорите. Кого тебе дать на трансмог? Тогда назад заходи. Какие трансмоги, вот это? Блядь, что вы делаете? Сюда идите и сюда. Да, блядь, босс идет. Мы... Назад, все назад. Пиздец, короче, ладно. Ну, я не знаю, вам удобно оттуда пулить будет? Как рейд будет пулить, там их собаки сразу съедят. Токен надо кому-то? Она сейчас пройдет? Народ. Пройдет. Давайте надо было вот тут с токеном. А, в пизду, мы блядь. Мы ее сзади, за задним сучком. Джай найдет.
Потом, не верь. Потом паролите эту хуйню всю, трансмог, хуёк, это никуда не денется, блядь. Можно было вот тут налево спуститься, зайти за перилу, блядь, и стоять и босса сейчас уже бить. Сейчас мы чпокнем. Надо, вот сейчас надо ходим, было её уже бить. Охотимся, охотимся. Теперь лишь бы чпокнуть. Спрячьтесь. Сейчас совы заливать. Все в морду. Там же шкаф надо забивать. Ага. Тотем трепет, а призн ставь. И каст готовь. Вот этот каст надо сбить. Блядь. Все нормально. Э, где я нахуй? Ебаный урод. Чё, давай я с тобой в комнату пойду. Просто босса добивайте. Блять. Сука. Гомозик. Каст, каст, каст. Во что тут идти? Как кто-то засадили. Полумесяц, из-за которого срались в прошлый раз. Да, прям с ног до головы обосрались. Так он у кого-то же остался. У Рависта он остался. Все, ну, приватизировал. Бля, печи топовые. Тебе видно, что кольчуга. Короче, подальше надо отходить. ДДшником, чтобы сверка не била. Все, на. А вот. Уешь-то. У которого больше хп меньше. Да, я утер. Васик, ну ты вошел в раж, я понял. Так, а мы что, еще двоих убили, да? Не давал, по-моему. Осталось три хранителя. Еще б пожарного сделал. Вообще было пиздато бы. Ну смотри, все готовы, да? На пожарного? Нет, просто сейчас. Все готовы? Ой, блядь. Сейчас поставлю.
Вот, сбоку Джипс. Так, давай этот во второго танка гомосек. Тут останешься, короче. В комнату идут. Ну вон, все шипешники, все магии. Давай я с тобой пойду, говорю. Да тут надо на это, на арене, ладно, плохо. Лингра меня еще пойдем. Так мне где, на арене? Ну иди, если хочешь, туда. Ну так-то в гире заебаш. Все, попробуй. Готово. О, блядь, сука, кто поставил? Вырубите, блядь, подсолнуха. Жаль, наречу. Чё там, блядь? Опять этот пидор забагался? Ну, я не знаю. Дебилы ебаные, льду сломали, блядь. Сука, вот админы дауны, блядь. Вообще весело, нахуй. Пиздец. Просто вахуй, блядь. Саппорт напишите. Или пока бабу ебанем, напишите кто-нибудь саппорт. На хули до тебя какое-то говно сагнулось. От рул, да? Наверное, потому что стояли где попало. А, так там капитан в контроле был, пошли обратно нахуй. Сейчас ГЦ нахуй, сейчас еще, сейчас мы еще хуй добежим нахуй. Ну заебись, спасибо. Двери закрыты. Кто контролил, спасибо, молодцы нахуй. Так дальше и контрольте, блять. Не заметил, что мы базы. Ну, что даже не сказали-то. А нахуй надо, лучше, блять, в ульде вместо чтобы полтора часа, в ней надо проводить 5 часов, чтоб запах членов нахуй на всей комнате. Умрите, выйдите из центра и умрите от молнии. Ну. Кринч, членов стакался. Да, блядь. Спасибо, нахуй. Уважаю запах членов. По утрам. Настрепсился. Кайф, кайф. Не проносим, зато сдохнем, блядь. Еще и сдохнуть не можем, нахуй. Полчаса стоим, ждем. Никто допидрить не может, что за хуйня, блядь. Ага. Зато какой-то шипешник допетрил, нахуй. Или прист какой-то, хил, блядь. И чё, типа, мы не, если не умрем, то все? Ну, я хуй знаю, ну, бой на инсте, наверное, хуй знает. Блядь, надо сдохнуть, ну. Мы вот половина за воротами. Да, сломали льду. Надо сдохнуть, надо сэвэйдить, блядь. Пойдем других мобов искать. А чё там, никого нет на арене? А тут мертвые типы. Да вон направо, о, к цветочкам заворачиваем. Пошли, вон, двоих с пулем больших. И в рейд повернём. Угу.